Совсем недавно на улицах нашего города стали появляться вот такие расписанные телекоммуникационные шкафы. Это проект под названием «Окна Рязани. Как это было?». Горожане уже вовсю оценили новую достопримечательность. Эти резные окна в прошлое – совместный проект рязанских художников и Управления культуры администрации. На каждом рисунке – наличники существующих или уже утраченных деревянных домов. А в импровизированном проеме – виды нашего края. Дальше – больше. В проекте еще два, кроме тех, которые делаются еще. Хочется, конечно, больше сделать, потому что город у нас можно преображать и очень долго. Но тут все зависит, во-первых, от погоды, потому что в октябре это просто делать будет бессмысленно. Краска далеко не вся нормально ложится на поверхность. Потом по весне она просто будет слазить, как ее не защищай. Поэтому сейчас успеем до холодов сделать, что можем, а потом уже посмотрим. Первые арт-объекты уже украсили улицы Свободы и Садовую. Любопытно, что прохожие, кажется, даже не обращают внимания на эти уличные оазисы старины. Радующими глаз они стали по нашей подсказке. Это как-то электричество закрыто, да. И Рязань как-то преображается с этим, не просто какие-то бетонные штучки стоят. Как может не нравиться, когда улицы города так красиво украшены? Конечно, нравится. А видели какие-нибудь другие произведения? Нет, вот если бы вы не сказали, я бы внимания не обратила. Обращайте. Но это очень красиво. Обращайте внимание, их уже много, достаточно. Да. Спасибо. Такой вид уличного искусства становится все более популярным. За судьбой разрисованных шкафов художники и активисты следят внимательно. Бывали уже такие случаи, но я даже их не афиширую, о них не рассказываю. Я надеюсь очень, что просто рязанцы как-то отнесутся к этому с пониманием, потому что это работа для них, это преображение для них, и я надеюсь, что это просто будет радовать глаз и не будут портить труд художников. Чем больше в городе будет качественно стрит-арта, тем лучше. Так считают рязанские художники и добавляют, так город преобразится и станет краше. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».